Друзья, здравствуйте. Хочу вам сказать, что я нахожусь на рынке Ревенко и призвать вас всех приходить сюда и покупать ящиками, лучше контейнерами. Потому что такая красота, как продается здесь, я не знаю, это вот вы просто с ума сойдете. Яблоки величиной, наверное, я даже не знаю, с чем. Настолько крупный, настолько красивый, чемпион, голден. Посмотрите, какой виноград. Такой виноград почем? 5 лет, что это за сорт? А? Кадрянка. Люди, посмотрите, какая красота и какие цены. Посмотрите, какая ива 13 леев. Посмотрите, какие груши здесь люди вырастили для вас. Это что-то с чем-то. Посмотрите, какие сливы. Это луча, не знаю, что это. 15 леев. Посмотрите, какие помидоры. Посмотрите, какой Рихард огромный, как кулак взрослого мужика. Посмотрите, какая красота здесь. Посмотрите, какие цены. Приходите, берите мешками. Вон редька, агагашары, чеснок. Посмотрите, какая, посмотрите, какой голден. Как будто это все в раю выращено. Смотрите, какая красота. Смотрите, какие цены. 4 лея. Люди, не сидите дома. Идите покупайте у фермера. Чистое все наше молдавское. Сейчас покажу вам еще. Покажу вам обалденные. Тоже я. Посмотрите, какой здесь. Какой здесь выбор. Посмотрите, народ. Посмотрите, какие груши, каких сортов только здесь нет. Посмотрите, какая красота. Это фантастика. А запах, посмотрите, какие огромные яблоки. Гигантские просто. Вот, я не знаю, сейчас я кулак свой поставлю. Рядом вот яблоко. Вот, смотрите. Это просто чудо какое-то. Ой, сейчас я возьму свои пожитки. Посмотрите, какие яблоки. Ой, очки упали. Народ, посмотрите, какие цены. Посмотрите, какой Рихард. А гигантский просто, блин. Посмотрите, какие яблоки. Вы себе не представляете величину этих яблок. Это фантастика просто. Чемпион, посмотрите, какой. Посмотрите, какой голден сумасшедший. Посмотрите, какая красота. Да? Сейчас, слива. Почем слива? 4 лея слива, народ. Посмотрите, какая слива. Это чернослив? По 4 лея, по 6 лея. Народ, посмотрите. Рынок Ревенко. Приходите и покупайте. Сейчас. Посмотрите, какие цены на яблоки. В городе по 20 леев. Здесь 4, 6, 6. Рихард, 6. Голден. Посмотрите, какие груши. Можно подавиться слюной. Кардинал, 8 лей килограмм. Народ, посмотрите. Средний ряд, как въезжаете, с правой стороны. А таких не показываете? Каких? Я ж сказал за деньги. У меня свои тоже есть такие. Что, Федор Васильевич? Бесплатно айва. Бесплатно? Да, вот хозяйка. Девушка спит. Смотрите, как она классно уснула. Девушка спит. Да. Перетрудилась. Не трогайте, не будите. Но это все бесплатно. Она бесплатно. Она выставила просто и легла спать. Сич, вы опять обманываете? Нет, я честно. Вот мужики подтвердили. Точно? Вот. Посмотрите, народ, какие груши. Посмотрите, какие груши. За это можно все отдать. Посмотрите, какая красота. Золото. Только такая, да? Никакой Дональд Трамп такое даже не мечтал себе кушать. Вон какая красота, народ. И по яблоки по 4 по 5 лет. По 4 по 5 лет, а кардинал по 8? По 8 лет. Но этот кардинал на килограмм 10 лет. Я взял по 8. А, вы... Я по 8 взял. Виноград? Да. Они же оптом дают 8. Ну, мне дал по 8. А, ну потому что... Спят усталые игрушки, книжки спят. Но Мишара, пенсия до умидели. Не будите. Смотрите, как она красиво. Все. Народ, рынок называется Ревенко. Слева от Домуса, да, если я не ошибаюсь. С Измаильского моста поворачиваете. Проезжаете, вот там гром, там написано. И с правой стороны здесь завалено все. Сливы 4,6, яблоки 4,6, виноград 8,10, чернослив, пожалуйста. Приезжайте и берите. Посмотрите, какие груши. Да. Там можно потерять сознание, какие груши. Смотрите. С ума сойти. Почем груши? 7 леев, народ. Пожалуйста. 7 леев, не спит.
Ну, 15 это, да, я понимаю. Так, все. Всем хорошего дня. Да я вам рекламу делаю. Это телевидение, Faces TV. Ай-яй-яй. В прямом эфире. А. Все, удачи всем. Ой. Проснулась? Просто шара. Здесь уже все. Мы с Геличем сделали инспекцию. Почему я тут питание получил? Утюгов. Чеприц гутуе. Ну он такой здоровый же, если что-то умеет. Охренеть. Эй, охуенно получилось. Ладно, всем хорошего дня. Приезжайте на рынок Ревенко. Это просто фантастика, какие здесь цены, какое качество товара, какой выбор. Я, честное слово, я много лет занимался торговлей овощами и фруктами, но такого изобилия и такого количества не всегда, но сейчас надо ловить момент. Сегодня просто фантастика. Вон, пожалуйста, смотрите, персики должны быть еще. Персики история ума, нету продавца. Все, друзья, всем хорошего вечера, будьте здоровы, оставайтесь в Фейсе Филипп. И вам все на рынок. Да. Всем хорошего вечера, удачи!